Рады снова приветствовать вас на нашем канале. Сегодня речь пойдет о притчах. Что же такое притча? Притча – это малый поучительный рассказ в дидактико-аллегоричном литературном жанре, заключающий в себе моральное или религиозное поучение, премудрость. Притча близка к басне, в своих модификациях универсальное явление в мировом фольклоре и литературе. Итак, сегодня первая притча для вас. Не теряйте своего доброго сердца. Однажды старец увидал змею, гибнущую в огне, и решил вытащить ее из пламени. Когда он сделал это, змея укусила его, вызвав нестерпимую боль. Он отбросил змею, и она снова упала в огонь. Тогда старец схватил металлический шест, вытащил змею из пламени и спас ей жизнь. Один из учеников, наблюдавший за этим, почтительно обратился к нему. «Отче, эта змея укусила тебя. Почему ты по-прежнему пытаешься спасти ее?» Старец ответил. «Натура рептилии кусать, но это не должно менять мою натуру – помогать. Не меняйте свои сущности только потому, что кто-то ранил вас. Не теряйте своего доброго сердца, но научитесь принимать меры предосторожности». Надеемся, что вам пришлась по душе эта короткая, но мудрая притча. Ждем ваших отзывов и комментариев. До новых встреч!